Водная атака! А теперь моя! Моя водная атака лучше, потому что у меня есть хобот. Мне твоя вода не страшна, Гигабивий, ведь я... Рептава! Рептава! Герой Гуджитсу Рептилия. Владеет водной атакой, и его суперсила Гуджипила. Внутри него глюкоз с блестками! Я Рептавр. Смотри, к нам кто-то идет. Это же Блейзаго. Привет, друзья. Смотрю, вы не сразу узнали меня. Ты как будто немного изменился. Вместо брони повязка, а в носу косточка. А это вы видели? Боевые челюсти! Да, теперь я обладаю новой суперсилой героев Гуджитсу – боевые челюсти Дино Пауэр. Гуджитсу Дино Пауэр! Блейзагод! Внутри Блейзагода глюкоза с косточками. Косточка! Смотрите, у него можно его повязку снять. Будет вот таким. Кусаю себе палец. Крутые челюсти, но откуда они у тебя? Знакомьтесь, наш новый друг и соратник в борьбе против монстров Тайро. Тайро, какой-то он динозавр, похоже на Тирекса. Я его открою твоими боевыми челюстями. Внутри него слайм с зубами. И у него открываются челюсти. У него они тоже боевые. Боевые челюсти? Это же динозавр, понятно? Тирекс. Всем привет! Вместе мы победим монстра! Да! Добро пожаловать в нашу команду! Ну, с такими боевыми челюстями у монстров нету шансов! Если бы это было так... Часть динозавров примкнула в стан врага. Значит, у них тоже есть боевые челюсти? К сожалению, да. Что-то вы сегодня раздражительный, босс. Давайте я вас остужу водичкой. Ты что творишь? Мне не нужна вода. Я так голоден, что готов съесть все, что тянется. Может, вас устроит что-нибудь хрустящее? У меня есть печенька. Ненавижу сладкое. Мне бы что-нибудь посущественнее. Что вы собираетесь делать, босс? Шрек! Рэд-бэк! Давайте их распакуем. У Шреца внутри слайм и красные черепки. У него открывается рот. Очень высоко, тем более. Это спинозавр. У него внутри слайм и паутина. И он стреляет с водой. Не бойся, Рэдбэк. Я не собираюсь тебе есть. Ты мне еще пригодишься. Мы выкрадем у героя священную книгу Гуджитсу. Она поможет мне стать сверхсильным монстром. Еще сильнее? Отличный план, босс. Твой молот – грозное оружие. Что у тебя внутри? Шарики. Именно они дают силу моему молоту. А я делаю ставку на свои челюсти и острые клыки. У них есть Тайра. Это не очень хорошо. Тирекс с боевыми челюстями будет нам серьезной помехой. Да, и этот мамонт с каменным молотом тоже не слабенький. Надо нейтрализовать их. Шрец, я могу запутать их в своей паутине. У меня ее много внутри. Отличная идея, мой четырехглазый друг. Пли! Что будем с ними делать, босс? Мы отправим их туда, где им и место. В вечную мерзлоту. Священная книга Гу. Рептавр, ты не видел Тайру и Гигабивня? Нет, шеф, их нет уже довольно долго. Костями чую, что дело тут нечисто. Похоже, их похитили монстры. А вот и они.
Отведай моего кулака! Отведай моего ломова! Атаки! Пусти мой хвост! Эти сейчас ручкой-тянучкой попаду! Лучше пила! Где наши друзья? Мы дали им немного остыть. Остыть? Сбежали. Смотри, с ними пропала священная книга Гу. Упс. Надо найти наших друзей и вернуть священную книгу. Они сказали, что дали им остыть. Кажется, я догадываюсь, что они имели в виду. Должно быть, они здесь. Наш комплекс эксклюзивной фигурки Таро и Гигабиби. Арктическая сладкая. Смотрите, они стали белыми. У них поменялся состав. Теперь Гигабиби прозрачные шарики, как лед. У Таро внутри глюкоза, зубы похожие на лед. Они все как будто бы выне. Теперь мы стали еще мощнее. Да, холод закалило. Тогда надо скорее отправляться к монстрам, пока вы не оттаяли. Пошли! Где же это заклинание, которое сделает меня огромным и непобедимым монстром? Шрец, смотрите, кажется, к нам пришли за этой книгой. А это еще что за отмороженные с ними? Сам ты отмороженный. Мы вам покажем, где раки зимуют. А я не рак, я паук. Надо скорее воспользоваться священной книгой. Абра, швабра, кадабра! Скорее! Надо помешать им! Гуджи пила! Каменные точки тяной мост! Давай посмотрим, что у него внутри. Ух ты, смотрите, он такой мягкий. Можно нажать на его голову, и он будет произносить три фразы из мультфильма. Вот так. А еще он светится. Динагу Тайо. Он самый большой из серии Дина Пауэлла. Краснокока. Ух ты! Смотрите, какой он классный! У него выходит фаербол из руки. Он переливается блестками, прям как лава. Атака лавой! Внутри него желейные шарики. А еще есть леденец. У Тайро снимается его повязка. Внутри него глюкозный сироп. Если ты его трясешь, он будет кричать. И у меня тоже самое. И другие будут звуки. Давайте посмотрим, как они светятся в темноте. Давай. Пощадите, мы больше так не будем. Да, мы не будем больше так. Это что, значит битвы не будет? Мне так хочется опробовать свои суперспособности. А давайте сразитесь друг с другом. По-дружески. Атака хвостом. Атака боевыми челюстями. Смотрите мультфильм «Герои Гуджитсу» по ссылке в описании.